Fucking OBS has been запустился. Кодировщик перегружен? Чё ты мне пиздишь? Сука, пиздец. Комп за 200 тысяч, кодировщик перегружен. Ебать, спасибо нахуй, OBS. Хочешь доебаться за пиратство? Позвони на этот номер и попиздим. Хочешь доебаться, хочешь получить деньги за Fallout 76? Позвони по этому номеру и попиздим, сука. Продолжается захватывающий процесс установки, сборки, блять, руины до Америки. Я в душе не... Руинат? Руинат. Да, реально. Разрушены. Да. Что? Я читал Reunited, блять. Охуенно, блять. Сука. Проблема в том, что я на лицуху это говно стал. Ты читал установку, как вообще это делать? Нет. Ну, я думаю, надо было прочитать. Ах ты, блядь, это была только первая часть Мордизонского балета. Сука, я так и знал. Later. Алло, да. Алло, да. Ты услышал шутку? Нет, но у меня есть вопрос. А именно? Как там с деньгами? Какими именно деньгами? Которые я вложил в капитал. Какой капитал? Европейский. Нет здесь никакого капитала. Сука. Какие деньги, да? Какие деньги? Это деньги! Лоудер. Application load error. Хорошо. От имени админа. Application load error. Начинается, блядь! One hour later. Ну вот, теперь осталось нормально. Хочу. Так, Fallout New Vegas, блядь. Прямой эфир, ебать. Поехали. Загрузить. Есть. Опа. Так, так, подожди, в смысле? Я же удалял папку с сохранениями New Vegas, и я не понял, блядь. Так, все. Запускаем 4GB патч. И, блядь, прямой эфир. Ой, блядь, ожидание отклика, тихо. Тихо, блядь. Сука. Сейчас ком взорвется, нахуй, басот сразу. Дизнат. Ай, у меня звук вырублен. А, блядь! Не, у меня нормально, нормально все. Сука. Ебать, что за... Я ж забыл, как я с этого срался, когда я в прошлый раз с ФВ играл еще до стрима. Ой, блядь. Так, начнем, пожалуй, с Вашингтона, нахуй. Так, потом через раздевалку попадешь в Нью-Вегас, блядь. Просто подходит тебя азиат хуем по башке, блядь, огребает, блядь. Да. Сзади. Так, раса, блядь. Ох, ебать. О, это Уилл Смит вообще. Это что за Уилл Смит, да? Правильно. Чаки, ух, ебать. Элизабет. Так, нет, подожди. Я понял. Да, все понятно. Мегамозг. Биг брейн тайм. Тут... Гульма. Гульман. А чё его ебало так перекосило? А, короче, Игорь, знаешь, что короче? Ты жизнь перекосила. Посмотрите на эти ровные углы, бля. А, я причем понял, это... Майкл Джексон, здорово. Ты что тут забыл? Ты что здесь? Это какой-то очень всратый Майкл Джексон. Это Майкл Джексон, который поет Билли Джин на сравку в A few moments later. А, ладно, ну возьмем вот этот ебальник, он очень милый, он очень мне нравится, я не буду у него ничего не менять. Только... Меня устраивает. Блять, что? Что это что за хуйня? Ой, все брови. А подожди, а в чем разница? Что-то не все одинаковые. Да, что-то. Верхняя от нижней отличается. А, да, они типа, это густота бровей, ну возьмем такие жиденькие. Есть ли у вас сестра? Sweet Home Alabama. Пощек электроники, да? Я понял, да. Не хочу. Метро 2033. Нет. Да. Нет. Да. Пизда.
Иди нахуй, батя, я спать. А, я не могу приседать, ладно, хорошо. А, давайте, короче, вот так вот, типа. А, так нельзя, понятно. Тот Говард все продумал, чертяка. Walking like a pro. Walking like a pro! Как говорил я в 14 лет, нахуй иди, пать. Пать, бать, мистер Патчес. Теперь это наше. Блять, ты человек! А ведь, кстати, в одном из советских фильмов есть песня под таким названием, по-моему, это «Приключения электроника» или что-то такое. Ну, а теперь засекайте, через сколько секунд Fallout начнет вылетать, блядь. Ну, говорят, что, типа, говорят, что в нем такого нет. Типа, он надёжный и стабильный. Блядь. Так, Грогнинг Варвар, он у нас что делает? Он у нас апает какую-то хуйню. Холодное оружие, отлично. Теперь я прирежу Буча. А он ж, по-моему, типа сначала ведет себя как говнюк, по-моему. А я, потом, конечно, ой, помоги. Ага. Ты же мне как брат. Ты ему в ответ: не брат, ты мне гнида черножопая. Гнида змеежопая. О, смотрите. Ну это следует щит. Ебать, так, а как сохраняться? F5? F5. На, батя. Так, извините. На, нахуй, блядь. Я в негра стрелял все время. Все, блядь, где мои 15 лет? Вот мои 15 лет. Да, я понял. Ой, блядь, я раздеваюсь, не то. Сейчас, подожди. Достать ствол решил, да? Пошел собеседование на работу, блядь, да, достать свой паспорт. Сейчас покажи себе, блядь, раздеваюсь, не то. Я нет, продолжать. Не, слышишь, Игорь? Короче, Нерс 14 лет, be like. Не дури, я его лицо в кровь разбил. Да, ебать, и похуй, у него тоже щит срабатывает внизу, блядь, постоянно. Ну-ка. В штанах. Критическое попадание по папа. Ну-ка, kill, нахуй. Батя нажрался. Не, знаешь, критическое попадание по папа, это, короче, когда маман с ним развелась. Игорь, критическое попадание по папа, это когда ты кинул в него часами. Так, окей, три выстрела. Раз. Охуенный прицел. Не, батя, я себя плохо, короче, чувствую. Коронавирус. No, you're not. Really. Ты прям как российское правительство, папа. Здрасте. Hey there. Оу. Вот этого персонажа не было. Что, блядь? Что за зарис? А ну давай. Ну-ка. Странный случай, ночью вы более агрессивны. Подожди. Ночью вы более агрессивные, гидонистичные. В течение дня вы робкие, но проницательные. Это чё, блядь, Джекил и Хайд? Серьезно? Запрещено жить! Блять, кола просится наружу, а Сибирь горит, сейчас буду. Давайте посмотрим, какой маньяк-психопат из нас выйдет. Слушай, Игорь, я вот даже смотрю, вот слушаю сейчас оригинал. Пиздец, в этим Fallout с озвучкой постарались. Там даже вот этот момент с Бучем, там, блять, такой искренний быдло смешок был из 11-го Б. И в оригинале тоже там, это пиздато. Все будет хорошо, блядь. Педофил. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо, не волнуйся. Не бойся, будет не больно. Ты привыкнешь. Ладно, трубе дело, я так и сделаю. Question. Ну, стой. It says here you're perfectly suited for a career as a waste manager.
Спасибо, ебать. Чё, мусорщик, блядь? Да. О, бабулю захавали. Пока, пацаны. Хотя нет, блядь, это халявный опыт. Сюда идите, блядь. Гандон. Блядь. Где-то их, что ли, огреть? Блядь, просто, прикинь, у тебя за секунду убили, блядь, напарника и просто переоделись в его же одежду все на глазах, пока ты стреляешь по этому долбоёбу. Пиздец, блядь. Прототип, нахуй, да? Сюда иди, блядь. Сажу. Блядь! О, сюда иди, блядь. Ебать, чё? Скрытая атака? Что? Если у него будет ствол, то она может стволом убить, короче, сразу. Я понял, да. О, как красивенько. Не знаю. Ха-ха-ха-ха! А вот тут смягчали, блядь. Какая эпичная музыка, мы просто съёбываем из убежищ. Это знаешь, как я там, блядь, сиду в пятёрочку под метол, блядь, да, покупаю, блядь, синергейск себе, блядь, под эту музыку, да? Понятно. Попытка номер 25. Блять! Это надо включить, когда я бошку кому-нибудь сношу, знаешь? Сука. Когда прострелил кому-то колено. Блять.